Расходы на досрочные выборы президента Украины сокращены на 790,5 миллионов. С 1 миллиарда 965 миллионов гривен до 1 миллиарда 174 миллионов гривен. Об этом на брифинге заявил глава Центральной избирательной комиссии Михаил Ахиндовский. По его словам, это стало возможным благодаря трем изменениям, внесенным Верховной Радой в закон о выборах. Так было сокращено количество членов участковых и окружных избирательных комиссий, которых может предложить один кандидат с двух до одного. Также был сокращен срок полномочий окружных и участковых избирательных комиссий после дня голосования. Кроме того, сократилось количество плакатов, печатающихся для кандидатов за государственный счет. В то же время Ахиндовский отметил, что все эти изменения никак не отразятся на качестве избирательного процесса, передает РБК Украина. Напомним, регистрация кандидатов в президенты Украины завершилась 3 апреля. Баллотироваться будут 23 человека.